познакомились мы в компании, в которой мы работаем вместе. Я как-то пришел один раз на рейс. Мы с ней до этого виделись. Ну, так, примелькались чуть-чуть. Вот, я пришел на рейс Москва-Бангкок. Мы летели на разных самолетах. Я летел на большом 47-м, а она летела на маленьком, на семерках. Ну, соответственно, мы прилетели в Бангкок. Я как-то хотел, ну, к ней подойти, когда мы расселялись в гостинице на ресепшене. Нас там обычно собирают, предлагают там нам попить, и мы там все кучкуемся. Как-то я так хотел ее немножко выманить, но вроде она с кем-то общалась, думаю, ну, не стоит подходить, наверное, все-таки кто-то есть. Ну, я подумала, что такой мужчина не может быть свободным. А он, наверное, подумал то же самое. Ну, а потом так получилось, что мы ходим на массаж все время в одно и то же место. Вот, и я иду, смотрю, она идет в компании подруги. Подруги и знакомого. Вот. И мы что-то втроем зацепились, вот, сходили на этот массаж. Я там заснул, она меня разбудила, мы тут же с ней познакомились. Потом пошли, мы купили виски. А на мой день рождения он собрал всю семью, родителей всех, и сделал предложение официально, как положено. Родителей я хочу сделать предложение вашей дочери, вот, и я ей дал, она что-то там слезу пустила, вот, немножко, ну, так ее растрогала, вот, я ей одел колечко это. Присутствие гостей сегодня, 7 июня 2014 года, в Красногорском управлении ЗАГС, Главном управлении ЗАГС Московской области, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваш брак регистрируется. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга.